Сегодня мы будем лепить из вот такой вот сумасшедшей глины Crazy Clay. Рекомендуемый возраст у нее 3+. Мы как раз под него подпадаем, да? Это не токсичная, быстро сохнущая масса для лепки. Ну и что, Машуля, открывай. Сама умеешь, молодец. Давай. Вот такие вот у нас баночки с этой глиной. И что еще у нас есть? Вот такая вот книжечка. А у меня есть вот. В книжечке показано, как лепить всяких зверушек. В данном случае вот панду. Панду, правильно. И кто у нас тут еще есть? А, и Мишка. Маша. И медведь, да? Угу. Вот таких зверушек можно слепить из этой глины. Ну что, попробуем кого-нибудь слепить? А давай розовый котик. Давай. Мы будем лепить игрушки для нашей... Да, мы будем лепить игрушки для нашей Манюни, для Сонечки. И для Машеньки. И для Машеньки, правильно? Игрушки. Сейчас попробуем что-то. Также в наборе шла вот такая вот магнитная лента для того, чтобы делать магнитики на холодильник. И вот такие вот красивые глазки. Будем пробовать? Давай. Давай. Маша очень хочет, чтобы мы слепили ей вот такого вот. Вот такого вот розового котика. Сердечко. Хорошо. Сейчас мы попробуем это сделать. Хочу розовый. Хочу котика розовенького. Розовенького? Ну тогда давай достаем мы всю эту глину. Смотри, какой мягкий. Она вот такая мягкая, пушистая, как пенка. Угу. Бери, катай кружочек. Вот так. Катаем кружочек. А я пока сделаю точно такого же котика, но давай, наверное, сиреневого. Да? Да. Тоже возьми. Ой. Шарик. Смотри. Катай. Вот так катаем кружочек. Она очень хорошо лепится, эта глина. Она просто не оставляет никаких следов. А у меня... Следы? Так надо же хорошо вот так. Оп. А у тебя нет. А у меня нету. Тут ты права. Можно катаем два кружочка. Можно я другой покатаю? Конечно. Можно. Я скатаю. Я думаю. Так, что-то они не одинаковые. А ну, давай мы, наверное, возьмем вот этот розовый и скатаем вот так. А зачем тебе синий? Надо съесть еще синий. Еще синий принес. Так, теперь мы придаем... Дай мне книжку. Бери. Вот там есть синий. Машуль, котик. На, катай. Там синий котик. Синий котик? Но мы сейчас будем делать... Или ты что, хочешь всех котиков сделать? Да. Давай мы вначале сделаем... Зеленый. Фиолетовый, розовый, зеленый, синий и фиолетовый. Я хочу все зелёшек. Мягенький? Да, трогай, потрогай нам. А ну. Какой классный. И играй. Ну. Можно тоже поиграть. Теперь мы нашему котику цепляем вот такие вот лапки. Вот так. А можно что-то? Можно? Делаем хвостик. Можно что-то? Можно. Сейчас мы сделаем котику хвостик. Он тоже мягкий. Вот такой. Он тоже мягкий такой. А ну. Класс. На. Вкус. Делаем ушки. Делаем два одинаковых вот таких шарика. Это фиолетовый красивый.
Мне повезло. Тебе повезло? Да. Можно на столе? Вот такой. Да. У нас уже получился каркас для котика. Можно. Соня. Мы вот так можно делаем. Можно я достану синий рот? Можно. А я пока приклею нашему котику хвостик. Хвостик. Твой. Маш, лепи шарики. Какие? Красивые, чтобы были лапки у нашего котика. Почему? Как почему? Чтобы он мог стоять. Получился? Давай. О, еще один точно такой же. Давай, это будут ушки. Это будут ушки. Смотри, как у тебя хорошо получается. Еще. Давай. О! Второе ушко. Класс. А ножки? А ножки я уже делала. А желтый? А что желтый? Вот получился у нас уже второй такой котик. Сейчас будем клеить. Делать. У нас получилось два вот таких замечательных котика. Да? Это каркасы. Сейчас мы им сделаем еще усики и глазки. Машуль, бери фиолетовый и делай два вот таких маленьких шарика. Вот таких маленьких. Вот как образец я положу. Еще меньше. Больше? Да. Это большой. Не, надо маленький. Это у нас будет вот такая вот. Сейчас мы потыкаем. Это маленький. И отсюда у нас будет у котика торчать усики. Получается? Вот, еще один такой фиолетовый, давай. Вот из вот этого кусочка. Вот, 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 возьми. Еще. Можно я сделаю маленький? Можно. Делай такие колбаски. Из белого. Мы сделали носик нашему котику, усики. И сейчас... беленькому котику, ой, розовенькому котику мы ставим глазки. Вот эти вот болтики, которые вставляются. Вот так, один. И вот так. Второй. Во! Маха, смотри, какой классный получился. Вот такой. Смотри. Вот теперь нужно, чтобы он высох. Надо ему еще ротик сделать. Все. Маш, давай. Мы теперь оставим их сохнуть. У нас получилось два вот таких котяры. Сейчас мы сделаем нашего беленького зайчика. Мы уже заготовки сделали. Мам, дай мне еще розовый. Бери вот розовый. А что ты делаешь, Маш? Шарик. Какие шарики? А ну расскажи. Розовый, белый, синий. А для синих шариков нужны синие. Блин. А я делаю шарики. Как у тебя? Молодец, делай. Делай, как у меня шарики. Смотри, сколько у меня уже. Я тоже хочу такие. Давай, делай. Я не против. Ну, давай. Ну что, я начинаю лепить белого зайчика. Итак, мы взяли вот эту вот формочку нашу. И сейчас для зайчика мы сделаем сердечко. Так, сердечко наше готово. Вот такое вот сердечко у нас получилось. Вот такое вот. Сейчас мы приклеим его нашему зайчику. У нас получился вот такой зайчик. Дай. На, аккуратно только. Аккуратно, вот так. Теперь нужно, чтобы наши котики и зайчики обязательно высохли.
Да, и тогда ими можно будет играться. Ух ты, какой зайчик! Это мне? Да. А теперь для Маши давай сделаем. Маш, давай мы для тебя сделаем единорога. Красиво. Синий. Я сделаю себя. Ты будешь единорогом? Да. А ну показывай, как ты это будешь. А ну, и как это нужно сделать? Ага, и все? Ты единорог? Да, вот так вот сделала. Видите? Вот так. Классно, слушай. Да? Да, конечно. А ну, покажи, какой цветной домик получился у тебя. Желтый и розовый. А у меня получился вот такой вот единорожка. У нас получились вот такие вот зверушки. А у Маши получился вот такой вот замечательный домик. Сейчас мы поставим сушиться наших зверушек и покажем, как потом Сонечка будет ими играться. Да? Какой котик! Вот такие котики получились для нашей Сонечки. Теперь у нее есть свои игрушки. Какой милый зайка. Ставьте мне лайки. Ставьте лайки. Ставьте мне лайки. И подписывайтесь мне на канал. Пока-пока.